Всем доброго времени суток. Много спрашивают, что у меня так гудит. Показываю, что у меня гудит. Это у меня печка. Ну, на самом деле называется тепловая пушка. Она отработана на масле по фирме Кролл. Немецкая. Ну, в таком плачевном состоянии я ее забрал. Люди забрали ее за в районе $200, но она была не в рабочем состоянии, вот. И не знали, что с ней делать, потому что когда она запускалась, очень сильно дымела у них. Это бак для отработки. Здесь у меня вот камера горит. Не было вот этого пламя рассекателя. Это все каждый день нужно чистить. И не было вот этой вот чаши горения. Сейчас мы ее достанем, почистим. Вот эта чаша горения, которая горит, кипит масло, а горит пары кипящего масла. Ее каждый день перед утром надо чистить перед запуском. И эта чаша самодельная, потому что оригинальную я купил. Стоит она где-то в районе $120. Но отработала год и лопнула. По гарантии отказались менять. Сказали, что когда чистим, стучали по ней молотком. Хотя оригинальная она чугунная, это я сварил с металла. Уже второй сезон работает отлично. Этой чаши горения тоже скоро будет гоплык. Выгорает металл, лопает. Ну, если оригинальная стоит $120, то это мне обошлось, грубо говоря, в $20. Легче сделать, конечно, эту чашу. Вот это, конечно, закоксовывается очень сильно. А стучать по чаше нельзя. В эту чашу я наливаю грамм 400 масла отработано. Ложу бумагу и зажигаю. Чашу опустил. Кинул салфеток, налил масло, грамм 300 ставлю. Гаситель, но одной рукой неудобно. Сейчас я поправлю. Вот так вот он должен стоять. И теперь поджигаю. Так, добавил еще чуть-чуть растворителя, чтобы легче разгоралось дымо. Чуть-чуть подачу масла. Но масло включится только тогда, когда печка прогреется. Градусов, по-моему, 40 или 60 ей надо прогреться. И потом включится вот этот основной вентилятор. Подождем. Вот так вот он полыхает. Разумно.
основной вентилятор. Значит, по расходу, какой у нее расход масла. Если на первой скорости стоит масляный насос, где приблизительно плюс-минус где-то от литра 200 до, мне кажется, до литра 600 грамм в час. Вот, хотя здесь указано просто... Да, тут типа 1,9 и 2,8 килограмма в час расход. Но тут еще вот есть крутилочка, которую можно открутить на максимум, можно перекрутить. То вот так где-то у меня, наверное, литр 200 в час. Бак здесь на 25 литров. На 12 часов работы хватает за глаза. Ну, температура какая в боксе? В боксе у меня приблизительно 100 квадратных метров. Вот, высота потолка где-то 3,40. Нагревает за час здесь уже плюс 19. И так вот поддерживает в течение дня. Один раз я запустил, больше к ней подходить не нужно. Печка горит, никакого выхлопа нет, просто как пар идет. Печка уже перешла на свой режим. Вот. И запустился вентилятор. Пришла работа. Будет лето, я ее приведу в порядок. Покрашу, отмою. Такая вот печка. Новая, смотрел, что стоит в районе 4000 евро. Есть у нас такие наличия. У нас официальные представители есть. Новые. Мне же досталась сама печка плюс ремонт ее, и получилось $400. Очень доволен ею.